Новые друзья, новые радости. А вот это уже у нас сюжетная линия. Так, вы получили сообщение от кого? Неизвестный номер. Приветствую. Я жду вас по просьбе Верховной Провидицы. Уже пора. Я пойду пока не могу. Пойти пока не могу. У меня важное дело. А, это типа... Нажмите что... Где это находится? Ладно, нам должны показать. Что это значит? Это же просто картинка. Нам нужно там с кем-то встретиться. Это похоже на одно из сообщений, которое обычно отправляют похитители в фильмах ужасов. Хватит об этом. Пошли уже. Согласен. А, я уже знаю, где. Все, нашел, нашел. Так. Кто из вас? Кто это? Ах, поторопись, Цин Цюэ. А, знакомо. К тому времени, как ты закончишь, мы превратимся в окаменелости. Говорят, в гроте комиссии по предсказаниям произошла катастрофа. Не верится, что у тебя есть настроение играть, Цин Цюэ. Даже если на комиссию по предсказаниям обрушится небо, госпожа Верховная Провидица сможет его удержать на плечах. Она с лихвой компенсирует нехватку в росте выносливости. Как бы то ни было, я пришла сюда не просто поиграть. Она приказала мне ждать здесь наших гостей. Время дорого. Я просто стараюсь не тратить его впустую. Вау. Вот это место с фотографией, это игровой салон. Да что такое, могло у них стрястись-то? Ну что за руки? Мое невезение безгранично. Приветик. По одному вашему виду я пока могу сказать, что вы гости комиссии по предсказаниям. А, так, знаешь ли ты, как долго нам пришлось ждать? Да знаю я, знаю, простите, я хотела вас там подождать, но... Панг! Но тут нагрянули люди из комиссии по балансу, ну и там стало слишком шумно, пас-пас. Я подумала, не лучше ли встретиться в каком-нибудь более спокойном месте? Гонг! Конг! И разве так не веселее? Лучше показать вам настоящее возвышающее святилище и познакомить с наступающим. С настоящим развлечением Сяньчжоу, игрой в небесный нефрит. Ага. Победа! Вот это да. Теперь, когда мое желание исполнилось, нас ничто не задерживает. Уважаемые гости, прошу за мной. А нас вообще с этой игрой познакомит, интересно? Уважаемые гости, простите за долгое ожидание. Ты где? Оно не было слишком долгим. Ты и так увлечен играла в небесный нефрит, что мне тоже стало интересно. А, извините. Я увлекся. Я рад это слышать, у тебя отличный вкус, если хочешь, я покажу, как в него играть. Это так весело. Ой. Нечто, посмотри, это ведь не... Что? Это дерево... Дерево, мы называем его Древом Амброзии. Когда-то оно было главным сокровищем Лофу Сяньчжоу. Я и не знал, что комиссия по полетам увлекается историей. Неплохо, молодое поколение обычно мало что об этом знает. Говорят, что древо Амброзии сохранилось еще с тех времен, когда Сяньчжоу блуждали по эфиру. Издалека оно походит на половину пня, но согласно летописи первых народов, в свои лучшие годы оно доставало до небес, а с его ветвей свисали небесные тела. То есть... Это означает, что дерево было выше неба, а на его ветвях висели звезды. Так насколько оно было большим? Больше экспресса, больше космической станции Герта? Нет, быть такого не может. На его ветвях висели звезды. Как же оно тогда помещалось в Сяньчжоу? Любое космическое дерево подходит под описание, да? Это же не метафора, не стоит воспринимать поэзию так буквально. Как бы то ни было, это всего лишь легенда. Я вижу эту картину по дороге на работу, и она мне уже изрядно надоела. Идемте. Я это дерево уже видел так-то. Ну, ладно. Ну, я хотя бы буду знать, что это такое. Так, погоди, а куда мы бежим-то вообще? А, я понял. Отправляйтесь в комиссию по предсказаниям. Мы почти пришли, не отходите далеко.